Всем привет, друзья, автолюбители, у кого есть Nissan Micra или кому нужно поменять салонный фильтр в Nissan Micra. Я вам показываю, как его... Ой, бать, грязный такой. Я вам показываю, как его менять, потому что я смотрю... Почему записываю видео? Потому что во всех видео там, короче, нужно снимать бардачок. Вот, видите, у меня бардак в бардачке. Там, короче, все надо снимать, и я в прошлый раз снимал... Тоже по видео этот бардачок разбирал. Короче, в этот раз я решил не мучиться и просто вытащить его и поменять. Вот. Значит, я вам просто расскажу. Вот смотрите. Вот это он фильтр. Он так туда заходит. Вот. Видите, вот тут такая вот штучка, как она называется, зацеп такой. Вот так вот очень сложно как-то вот. Я его так подковырнул чем-то металлическим, и оно, ну, отцепилось. Вот здесь, если увидите, вот, вот так вот, то есть пальцем это сложно сделать. Вот так вот чем-то вот здесь вот подковырнуть, и потом вытаскиваете его. Но здесь, получается, у нас мешает нам тут бардачок. Вот здесь. Вот корпус его. Бардачок. То есть он так гармошкой высовывается. Но вы не обращайте внимания, потому что он складывается как хочет. То есть он, ну, гибкий. Покажу. То есть он гибкий, как хочет, и вы его можете выгибать. Он так выгнулся. Ну, просто вытаскиваете его спокойно. Вытаскиваете. Даже несмотря на то, что там мешает этот корпус бардачка, просто... Не обращайте на это внимания, просто вытягивайте как кусок тряпки. И точно так же новый засовывайте. Таким образом, как бы туда его чик. Сначала вверх туда засунули, потом вниз. И вот так вот он сам сюда пролазит, защелкнули. То есть мне пару минут заняло это поменять. Ничего не разбирал. Вот все готово. Потому что в машине уже толком печка не работает из-за этого фильтра. Вот, ну я вам такой посоветовал совет мой.